Меня зовут Катя Гаврилина. Я являюсь экспертом здорового образа жизни бренда Scarlett. Сегодня я вам расскажу, из чего состоит соковыжималка типа центрифуги. И представляю вам одну из них, компании Scarlett. Значит, это корпус, в котором находится мотор. Это верхняя часть корпуса, где мы видим носик с системой антикапля, через которую выходит сок. Это ситечко стальное с титановым покрытием и вот с такими, как бы это сказать, терками продукта. Это прозрачная крышка и загрузочное отверстие для продуктов. Толкатель и сам стакан для сока. Собираем. Чтобы правильно ее собрать, на корпусе специально выделены стрелочки и на верхней части корпуса. Вот эти стрелочки должны совпадать. Валим. Ситечко до щелчка. Здесь тоже есть стрелочки, они точно так же совпадают с нижними. Это укрепляющие элементы, закрывающие до щелчка, толкатель и стакан. Что еще есть в этой соковыжималке? Здесь есть большой экран, на котором можно выбрать специальную программу для различных продуктов. Точно так же здесь есть кнопки низкой и высокой скорости. Ваша соковыжималка собрана. Данная соковыжималка сделана по типу центрифуги. Она предназначена для того, чтобы перерабатывать в ней большое количество продуктов твердой консистенции, типа яблоки, морковь, сельдерей. Сейчас будем выжимать сок. Приятного аппетита! Сейчас я покажу, насколько легко ее разобрать и почистить. Открываем, снимаем ситечко. Весь жмых собрался на стенках. То есть что можно сделать? Очень просто. Берем, можно рукой, можно какой-нибудь специальной лопаточкой. Но у меня сейчас, к сожалению, лопаточки нет под рукой. То есть он вот так легко собирается. Ну и, например, отправляется пока сюда. Я это снимаю. Лучше слить до конца, чтобы он... Ой, вам не испачкал. Так, и отправляю, собственно, в раковину.